Сейчас вечно зеленые в зоне особого внимания. В преддверии новогодних праздников в крае усилили охрану хвойных деревьев. Полицейские обследуют территории лесных массивов. В случае, если у гражданина нет официальных разрешающих документов, за незаконную рубку ему грозит административная или уголовная ответственность. Это статьи 8.28 КОАП РФ и 260 Уголовного кодекса Российской Федерации.